У нас это, один типа танк, у нас второго танка нет, если что. А чё, что хотел весна? Да хуй знает, наверное, не надо, так второй танк не надо. Указывает, что 11 из 14. Опа, сюн. Кого-то не добили? Кого? Не знаю, 11 из 14 игры показывают. Ну, алголон, везок, сыёк. Не алголон. Алголон. А где Саня? Саня, да ща придёт. Саня, ты где? Так, а кто рыбу у нас может ловить? Ты можешь? Или кто у нас рыбу может ловить? Я могу поставить, только дай мне. Сейчас дам тебе. Не понял, а что с Таштеном случилось? Да сгорел. С чего? Да хуй знаю. Сам со своей контента? Не знаю. Под типу, конечно. Сколько вообще ему идет, интересно? Саня, ты тут? Не, да. Смотри, тебе надо будет шипнуть кружочек. Мне какая ловушка. Потом в любом, я сапнул звездочку, он шипнет кружочек, будем бить первого ромбика. Какую тактику расскажи, что-то без понятия. Сейчас мы пока мобов просто убьем все, потом расскажем. Мне в кого ловушка? Не пуляй, подожди, не пуляйте, отойдите. Пусть сапнется все. Когда начинать? Шипы. Ромбик играем. А мы БГР дали? В этого играть элемент батаре. Я еще все быстро нажал. А кто у нас там воет? Да нахуй. А, анимата, да, понимаю. Неприятно. Надо будет по звездочке дать трапу. Сейчас сап спадет. Не знаю, походу нет, блядь, нет, не побежал. Нет, надо было на ход давать. Хуёво, чай. Кого, звездочку играем? Нет. Пиромант. Ну же как-то за контроль, каска спит. Оно не теряется. Ну вихрь дай. Киньте ей вторую трап. А, ну на вихре я понял. Я в него два. Это трап. Дай циклон по-другому. Звездочку убил. Качество контакт, блядь. О, жаба. Это он типа сам походил в линке это сюда. Чего вы убиваете? А почему не мах? Мы с тобой хан, короче, хуярим. Просто стедик и все. Ты даешь максимум, блядь, химеру, максимум под лужей. Все остальное ты не нажимаешь. Никакие не прицельные, ни чародейские, ни глушащие. Там тебе сейчас объяснятся.
Если не в лужу, просто кастуешь стедика и, ну, автоатакой и все. Че, тех будем, нет? Да, все. Какого трапа? Лапку можно? А, все. Ну, кружок трапу, звездочка шип. И у кого там каски, ебаните? Санька. Сейчас я сапну. Секунду. Я кину. Что-то ты как-то прослушал. Так, играем, чё сам. В хила играть, в приверженцы. Дай циклон по пироманту. Циклон, пиромант. Чё, мне вставать, нет? А там этот, звезда вышла. Звезду шип. Я шипаю вон кругляшок у меня. Хорошо. Крест тратить, говорю, ребят. Кого играем? Да не надо, не надо. Давай в звезду играем. Ебай, вайп на. Да ничего, не знаю. Какой-то юбан Макс ебал. Паладину помогите. И чайно помоги. Все, мало добавило. Так, пиромант, я иди. Пиромант. Просто какие-то чемпионы ВВК, блядь. Блядь, а на самом деле разъем дает только мах один. Ага. Или может быть? Реснить умрешь. Сейчас с левой стороны пойдем, вот это маленькое было. Я считаю, контент пройден. Ага. Че там? Большого будем бить? Ну да, этого моба сейчас будем следовать. Крест отпалывают. А, блять, яблоко. Мобы-то прыгают. Это я прыгаю. Там кто кого ВМК кинь, даже контроль. Идет сопротивление, что ли? Мова уже, да, играем?
Вот хан, такая хуйня на боссе будет, то же самое, так же могут меня балбить. Вы с чего взяли, что такая хуйня на боссе будет? Нет, там мой контроля нет. Знаю. Там элементарь появляется, сиромитовый. Там есть, блядь, Саня. О, за что блайн, Сань? Килшот, да его килшот был видел. Я мощный. Мне блайн садил нахуй, я ему килшот садил. Как приятно, когда треша нету, блядь. Чё, где его держать? Посередине? Да, там же, где он стоит, ты танчить будешь. Не, а ещё его ему там, бля, какой молодец, нахуярил просто. Выстрел в семье, ручечка стрельба, прицельный выстрел. Нормально. Насувал, блядь. Так, чё, давай рыбу ему кушаем. Объяснять там чё? Я думаю, тут многие первый раз. И ханты себе столько. А чё, ну тут МП-5 не работает. Пусть паладин нормальную каску даст тогда, блядь. Чё, классный просто. Ну да. Вот эти, он типа танчит босса вот там по центру, да? Вы РДДшники начинаете в черепе. Когда он кинет лужу, вы перейдете в крест. Потом, когда кинет еще раз лужу, перейдете в череп. И бегаете типа туда-сюда, туда-сюда. На хилах можете в луже вообще не стоять, потому что вы типа меньше хилите. Еще второй баф, который кидает, это типа он высасывает жизни. Если на вас кинулась, ваша задача типа свалить от всех на 20 метров. Это, короче, метка безликого называется. То есть, грубо говоря, если в момент того, когда кинется, вы все стоите в черепе, вы просто там влево уходите. Если вы стоите в кресте, просто вправо, типа. Короче, как бомбу унести, да, грубо говоря? Да, типа того. Просто уходишь назад, то есть. Просто там появятся такие, типа, саранитовые сферы, их бить нельзя. Если она будет под боссом, то никакого клива, чтобы не было там ни доты не обновлять, ничего не вешать на них. Спустя какое-то время появится моб, мы дадим геру, просто убьем этого моба, и все, и дальше останется, типа... Просто добить босса так же самое, типа, по такой же тактике. Саня, ван вынесите на панель. Уже давно. Всю жизнь. Пони, хан, что там делаешь? Стадиком бьешь, в лужах можешь максимум дать укус химеру. Но не больше. А что там, прицельный, ты говорил, не использовать? Ничего, не прицельный, не глушащий, не чародейский. Тут мана не резается. Укус и химера. Ну, можешь, да. Но только все когда готово. В луже стоишь. Если это не в луже, то только стадик выстроишь. Все готовы, давайте. А типа во время перебежки, там, если не в луже стоите, просто бейте, типа, вандом. Там основные спеллы только в луже даете. Че, поехали, в крест зайдите, РДВ. Просто отсюда, типа, бежишь прямо и пуляешь. Тавапул через 5, 4, 3, 2, 1. Нечаянно зайди в череп. И бегай все вместе да, бегать. Идем. Крест. Все, перебежали. Лужи встали. Вы не становитесь лужи, вы просто перейдите в крест, потом там появится новое, и будете с лужи в лужу бегать. Все, вы... Второй лужи там сделали. Пустим тут все. Ночь. Просто вы типа первую проебете, а остальные будет нормально. Чтобы там там. Все, прибежали. Максим, выйди. Ты не назад, ты видишь, просто влево можешь ходить, чтобы быстрее максимально раньше разорвать. Старайтесь быстрее выходить, потому что вот кинулась эта хуйня, он слишком долго выходил, типа, и босс на фулл откинулся. Зелебоба, выйди быстро. Это он, смотри, он захилился, а на фулл хп опять. Пожалуйста, не слакайте.
Что, можно падать? Одно забавит, да. Я даже не знаю, вы вот летаете сейчас, это что? Это значит, вы отбегать не умеете? Да. Я, блядь, вам объяснил, вы просто, вы можете стоять ровно в черепе, когда кидается хуйня, перебежать ровно в квест, или это проблема какая-то? Это сейчас, сейчас. Вообще там теория какая, не знаю зачем две, ты кидается в один кемп, хуйня вот эта, она летит сверху, снизу вверх и сверху вниз на вас падает. Черная стрела такая. Она упала, разлила лужу. Вы отошли, по хую в какую сторону вы отойдете. Вы возвращаетесь в эту лужу, один хуй вы в нее возвращаетесь. Потом кидается следующее. Вы отбежали, похуй кто куда отбежал. И вернулись обратно в эту лужу. В этой луже вы дамажите. Уменьшается цена маны на билке. И увеличивается ДПС на 75%. Okay. Если у вас не получается отбежать, встаньте дальше от босса на максимальный рейндж 36 метров. Дольше лететь будет на 0,1 секунду. А буду говорить, когда просто перебегать и все. Да что говорить, если люди не будут видеть там, ну, всю жизнь так что ли, слушать кого-то. Ну, чтобы люди сами видели. Так, там надо аккуратно. И, по-моему, там магический урон только апается, хантов не апается урон. Узнать, я не читал описание. По-моему, магически там написано. 75%. Ну, станьте тогда в два кемпа, вам будет проще тогда. Типа, потому что он очень жестко хилится, медленно выносит, типа, захиливается все. Ну, не знаю, я типа вижу метки, как бы. Кто не видит метки? Скажите, куда бежать-то? А, все вижу. Обвалившаяся галерея и налево. Где хрень стоит. Под стенкой только там беги, что там кошки согреться. Не, гоща еще раз так, вот так же тренем еще раз. Ну, блять, он что-то очень жестко хилится. Он просто там было 94%, пока вынесли, он типа на сотку захилится. Два раза. Надо, давайте лучше разделимся, типа, и похуй там. Крест череп? Ну, пошире только станьте, типа, просто друг от друга. И будете, типа, в кого кинется, там будете чередоваться. А у него, кстати, какая периодичность у безликовой метки? Секунд 30, наверное, да? 20 секунд. О, пиздец, часто. Самая проблема вот и в этой метке и будет, походу. Ну, если вы сейчас станете, типа, просто смотрите, там, типа, допустим, хант плюс лог плюс маг становитесь в череп, второй хант плюс сова плюс ШП становитесь в крест. Два хила где-то посередине тусуются. И все. Что-то у меня такое ощущение, что надо делать изи-мод и стоять всем в рынке. Подожди, мы, типа, ну, а... Крест череп, то есть мы не прибегаем, стоим в своих метках? Нет, не надо, вы типа да, отходите от лужи, потом возвращаетесь назад. Ну все, дай рыбу. Из-за того, что у вас там по три человека, вы хилить босса не будете, это мы не галируем. Там процент бешеный. Давайте, кто готов? Кстати, в описании не написано, сколько она процентов боссу резает. Там процентов 300 или 500. Кривое описание. На шамане стань просто в центре между этих двух меток и просто стой весь бой. Ты будешь только отбегать, если в тебя кинется. А вы стоите трое в черепе, трое в кресте. А как бы хилить-то как? Я проснусь по мане. Не? Если не буду стоять в этой луже. Ты есть те хилишь, которых в луже, типа, они меньше хилят. Сейчас, короче, часик повайпаемся, вы поймете, что надо изи-мод делать. Поехали. Какой изи-мод? Если можно бить, почему нет? Просто отходите от взрыва подальше, реально. Следите внимательно, куда летит. Нечаянно в тебя летит, ушел тут кем. Я бы уже тут ждал, потому что дома.
на срезе все нормально стоит, никого не хилит. Сейчас метка будет внимательно, быстро выйти надо. Килень. Все отлично. Мы стоим, кучнее станьте, вот где череп. Если лужи нет, то стоит, ну типа ванды, не знаю, пока стоит. Только под лужи. Блин, он кинет нас, смотри. Сейчас будет метка, не спешите, Максим, на тебя. Ты чё? Нет, сам. Это не надо. Молодец, метка. Ты молодец. У нас спал упал. Зачем ты попал? Пал хилит его или что? Что происходит с палом? Ну как танковое ранение? Ну, пал фулл мана, мне кажется, он вылетел или что-то такое произошло. Чё он пишет, что мало здесь служит? Чё вообще? Я нихуя не помню. Понимаю, о чём речь. Служи. Я не знаю, что? ну, я не вижу тут хэма. Никак. Вам, во-первых, эти пары надо будет разбивать и резать ману в лужах зелёных. И три хила надо, блядь, так потому что... Пары, йо, тут все убивается. Типа, ну так я вижу, как убивается, мы вайпанулись. Блядь, вы можете... Вы, если хил стоит в луже, он хилит на 75% меньше. На хиле в луже стоять не надо, это раз. Ты сначала на шамане хилишь только один. Пал просто бьет босса, ждет фулману, типа. У тебя было еще полманы, у босса было 70%. Мы убиваем, и потом все, вот ты вообще не сказать. Так я сейчас сказал, что ты просто стоишь весь бой в центре, и все. Что я не так сказал? Ты сказал только тех ребят, которые в луже. Я так понял, что Паул тогда хилит танка, не? Смотри, сначала ты сливаешь всю ману, потом Паул сливает всю ману. Вот. Понятно. Ты главное типа в лужу не ходи, да. Просто стой в центре. Да, хорошо. Я что, типа, тебе хилить сначала не сказал. Все, еще раз попробуй. А, и, короче, не знаю, вот эта херня, она, типа, как-то кидается по-ебански, типа, она, блядь, она в червь вообще не кидалась, блядь. Типа, она лучше. Главное, типа... старайтесь выносить. Короче, буду, когда будет метка, типа, заранее анонситься, вы можете даже заранее чуть-чуть ренджу набрать, короче... чтобы меньше хилить босса, потому что хилит пиздец. Молодец, ты смотри, ну, типа, в луже стреляешь, ну, укус ёдаешь, когда в луже стоишь. Химеры стреляешь, чародейские, прицельно мне ебашишь, глушишь. И так же статиком хуяришь. Просто смотрю, у тебя, блядь, 2 клада ПС, ну это вообще пиздос. Почему у меня змея нахуярила 400 тысяч нах, а у тебя, блядь, 150, как вообще? Что-то ты не так делаешь, значит. Пока в луже, ну, пока ты не без дебафа, ты стреляешь только статиками. С дебафом ты стреляешь, но служи. Хуяришь химерой и чародейским. Но обязательно под укусом. Это обязательно. Потому что у тебя идет основной урон от змеи. То есть ты должен ману тратить только в луже. То есть да, не луже, да. Ману вообще не тратишь. Потому что у тебя затраты маны на 75% там снижаются. Мы сейчас хорошо начали.
Не, я просто вообще не в тактику захила, не это, не вдуплял, не хилил на нем. Ну все, сейчас ты просто в центре стой, если, если в тебя ложа кинется, ты просто выйди с нее и все. Они там нормально. То есть бой стоишь в центре, вот. Хорошо, когда видишь, на тебя хилка кинулась на тебя, ты один стоял, то есть ты никого даже не подхилил, там ни босса, никого. Сейчас нормально шли, и мы особо не кажется, что не упирались. А там было у босса 65%, у нас был Holy Pulse, фулмана и шаман еще полмана. Ну и шесть. Это темп прилива маны здесь сработает или нет? Нет, вообще ничего. Вообще ноль. Нет, там что-то работает, но типа очень слабо. Кстати, 10% из 100. А эту херню у ретрика пофиксили, то, что у него там пусть эта дотка хуярит не в себя. Да, давай пофиксим. Там, короче, смотри, вот это, когда босс кричит, усиливается, типа, под первую я не зыбку отдаю, а под вторую у меня только кровь вампира будет. Там надо будет захилить. Вот, а так все вроде нормально. Я просто буду тебе ходку потихоньку кидать и щит. Там посмотрим. Да, не видишь, цепнуха просто большой нахуй, волна ебашь ему. Да, только какая цепнуха здесь вообще? Да там типа только танка бьет, если они нормально убегают с лужи и выносят быстро, то их вообще не бьет ничем. Она, чтобы она кидалась еще, блядь, нахуй ровно, ну типа и туда, а то она кидается, блядь, в одну сторону постоянно. Сань, инту. Я? Yeah. Да, инту. Mm. Все. Сейчас, секундочку, поем. А когда выйдет моб, надо в луже стоять бить его или как? Всем в лужу? Да, там типа выйдет моб, но так же самое продолжается. Все спелы будет кидать так же самое. Mm. Да, герою сдадим просто монополию, мы его замушать. Ну, по сути, вот поехали. Это весь босс, да? То есть, вот да. Это весь цикл такой. Да. Что такое нечаянно? Что такое? Сейчас мы еще раз так пробуем. Стамины нет. Да не, вот так надо тратить, это самая оптимальная тактика будет сейчас. Все, поехали. Подожди, дай я ману порезу, я-то бафнул, а маны нету. Ну давай. Тись, пей. Да ты... Ну ладно, давай. Он пишет так, потому что ДПСа тут не хватает. Надо, чтобы люди все в лужи ловили сразу вот этот увеличенный дамаг. Да, я тоже типа с этим согласен. Давай, короче. Ну просто, блядь, так как вы выходите, типа, медленно, нам лучше так попробовать, потому что мы сейчас будем... Давай, пуля. На полчаса, блядь, да. Потому что реально она, блядь, кидается в одну сторону, в вторую вообще не получится. Дурить, танк. Там флаг, кстати, пропеть. Саня. Саня, нечаянно. О, видишь, второй раз не прилетел. Рано. Ответ вообще на хомс не отвечает. Смекалка у них. Будай. Плюс, ну это метка? Нет, это типа там плюс дэмэдж потом. А вот там это идти. Хан-то летел. А раньше отходил. Смекалка вышла. Срез. Сейчас метка будет. А сколько у него берса? Сколько у него берса? Сейчас прохил. 8 минут еще. Не-не, изначально 10. Да. То есть мы с 2 минуты сняли ему 20%. По факту, блядь, идем чуть-чуть.
Точно, я забыл про моба, бля, который. Саня, так ты можешь быть. Сейчас метка будет. Нечаянно вышел. История слова. Блять, я завис. Так, это, все, не коски. А сейчас принесу. Не, ну а я понял, босс. Сейчас будет моб через 10 секунд. Готовьтесь давать Геру и по мобу. Сейчас моб появится сразу, танк заберет его и по мобу поедет. Он собирает уже испарение, сейчас моб через 3, 2, 1. Геру. Го в лужу. Я не достаю с лужи. Не, я на красный папку. Нет. Ай-яй-яй. Бля, не узнал. Смекалка. Да пусть упадет, все стынь немножко. Это что был? Короче, давайте одним кемпом, это херня полная. Сразу же будем чисто бегать. Мне ДБМ не анонсит вот эту метку, которую надо выносить. Ну давайте, я буду просто анонсить сам все. Смотрите, так, если сейчас одним кемпом, только типа на шамане все равно стоишь не с ними. И если кидается вот эта метка, которая с хилом, то человек с этой меткой идет назад, а вы делаете шаги вперед, чтобы быстрее разорвать ренджу и меньше хилить. Вы смотрите, вот детали смерти свои прочитайте, вы сдохли от сокрушения. Когда появляется саранитовый вот этот элементаль, там в стаке увеличивается урон от магии тьмы. Вот это сокрушение, и если без стаков, и так по 12 тысяч бьет, а со стаками... Да, это здесь. Понятно то, что ловить нельзя. Это, ну, вообще категорически нельзя. Вообще нельзя, ага. Блять, в хейме. Ну, я типа не знаю, типа, ну, босса 60% еще было без мод, но у меня же 30% мана было. То есть, потом, чем потом его добивать, вообще вопрос хороший. Ну, сейчас в одну уже станем, типа, больше урона. Просто... Не знаю, у меня с мной все в порядке было, хуй знает. И лайфхак такой, если вы не видите метку, то ДБМ у двух человек вешает друг за другом метку крестик. Крестик — это метка, которая безликова. Черепок — это тот человек, в которого летит сокрушение. Да там уже не, понятно, когда он ее уже кинул, понятно, там пишет в кого. Ну просто как бы заранее бы разойтись перед этим моментом. А, ну блять. Можно перед меткой вообще ренжу набрать просто между собой. Да, всеми. Так и надо. Ну, типа, мы стоим, начинаем разбегаться, она уже там отхиливает и убивает нас. Типа, у меня ДБМ не показывает заранее метку вообще. То есть в нем нету просто этой метки, блядь. Ну, у меня тоже. Ну, я могу вам анонсить, только у меня кривоват работает до секунд, там, типа 5-10 могу говорить. Ну, это все равно это, блядь. Типа, окей, сейчас будет метка, мы раз ренжу набрали, хотя бы просто стоим, ну не бьем, похуй, просто вот. Она прошла, потом дальше опять бьем. Наверное, так надо, я по-другому просто не знаю. Первый уровень вылетел? Да, нет. Да нет. И сокрушение вот это не ловите, научитесь его не ловить вообще ни разу. Его, это, ну, понятно, что его вообще не надо ловить, если ты поймал, то все, это пиздец. Ну так, блин. Так. Надо это. Не, подожди, метка далековато. Ну плюс-минус, просто короче. Я метку убираю, вы просто станьте одним фреймом. За мной, типа, это просто на который раньше. Максим будет говорить, когда вам надо выйти, вы просто там лево-право разбегаетесь. Когда кидается вот эта типа метка безликого, человек, на кого кинулось, уходит назад, вы делаете пару шагов вперед. Станьте дать фласку? На ап.
Не, мне не надо, я на РПГ. А. Помойка. Там, по сути, выбегать надо только, блядь, вон, присту, друиду, шаману и все, блядь. Подожди, Сань, пала нет. Ща, у меня вылетел секунду. У лога мака портал у двух хантов отпрыг есть, блядь. Они одной кнопкой отбегают, блядь. Не, ну, ты, ну нам легко отбегать. Это сове... Ну, прочаришь? Тебя реги с собой? ГБ сейчас вытащу, блядь. Сейчас ревот. Сколько висит хуйня эта у ханта, типа на минус хил? Или ты стреляешь ей постоянно? Нет, она висит 10 секунд, и когда у нее 10 секунд. Я ей не стреляю. Промежуток типа есть. Да. Ну, я, короче, когда буду говорить примерно таймер, то типа стрельнешь. Подметку? Нет. Ну, чтобы, да, раз не знаю, работает или нет. А если тебе яд намазать или хуевая тема? Саша, только грудь? Или еще что-то? Этот клыкарочек. Типа клыкара на ботинке, чтобы выбегать быстрее. Сейчас, сейчас я еще реги не взял. Типа у тебя стресс пуха бисовая. Я вообще в шоке. Не падает этот. Я уже неделю попытаюсь выбить. Купи хотя вообще аукционе, вообще ничего. Блядь, сука. Топовая, да? Бисовая. Бис так бис получается. Так, ну я на ВД тогда я сознал, блин. Давай. Давайте, баф. Че-нибудь на руки, черт, че-нибудь. Ну, давай уже, что я взял, ноги взял и тело взял. Саня, бафни инту. Сейчас, секунду, тут чаримся. Вам может быть, если хотите, удобнее будет типа просто идти все время. Типа вы с левой части можете начать, Акси. Ну да, да. И просто типа идти направо, потом еще раз направо и почти просто... до туда. И потом да. Возвращаться назад. Да, да, да. Всей пачкой. Туда обратно бегать. Так и хочу. Все, давай, поехали, бля. Понял. Только сразу, ну, стойте, я показываю. Вон да, Михаил, нечаянно, давай, одной пачкой двигаемся. Подойди поближе, нечаянно. Удали, отошли. Удали, первую метку ДБМ не показывает. Хант отпрыгнул, какой мало. Ну, у меня нету. Хант, ты видишь, они все время идут вправо. Ходи всегда влево. Назад и влево. Ну, мы... Ну, как бы сначала я медленнее кидал, сейчас быстрее начал кидать. Метка безликого сейчас будет. Задвигаемся? Здесь немножко. На срезе. От среза просто будет. Ну вы... Его попробовать сбить не пробовали? Так это не каст.
смысле? А, жгучий пламя. Уже, уже. Че, ПДП-то все охуенно по мне? Сейчас метка скоро будет, можете там чуть минус набрать. Если есть бутсы, можете идти. Келени метка. А то лужа, лужа, лужа. Ребят, вы идете вправо. Келени уходит влево. Если вы начали вправо идти, идите вправо. Нормально, да. Вообще ничего не похилили вроде. Отойди. Молодцы. Ну, просто трюн назад и побежите. Все так. Чем мы делаем? На свете. Мы стоим. Стрес. Ой. Эту фигню я не увидел. Метка 3 секунды. Смекалка. Хорош. Абу-Даби, а ты шли туда. У кого есть сапоги, на сапогах выносите. Ну, очень-очень хорошо идем сейчас. Срез, аккуратно. Сейчас будет моб. Через 5 секунд. Ну, даже больше чуть-чуть, тоже готовьтесь. Сейчас метка безликого. В лужу перебегите, пожалуйста. Отошли. Не сбегайтесь все, сейчас будет метка. Побудами. Отношение вправо, хорошо. Сейчас будет моб, готовьтесь. А лужа, лужа, отойдите. Ты моб, и стим герой, давай. Репорт и моба. Лужа, 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 блядь, не заносит. Бля, вообще не заносит, типа, это рофл? Я поздно увидел то, что надо будет. Смотреть, типа, кинул. А-то, кинул, блядь, не заносит, сука. Ебать, ну это очко ебаное будет. Я смотрю, метка нечаянно. Нечаянно. Я смотрю за лужей. Давай, давай. Отошли, лужа, лужа. Хуй знает, в кого летит. Параша, блин, что с ДБ? Ну, я сел по моей. У меня мана вообще не кончается. А кинул, кинул, лужу, лужу кинул. Срезу. Не, перестала она. Да, вы ну, смотрите, босс же поворачивается, блять, на анимацию. Да я тихо, тихо, я вижу. А ты что? Я могу встать и искать. Давай. Это же мана там будет такая. Будет полман почти. Я прокачал крест. Отбейте, добейте моба, а не уйди быстрее. Все встали обратно, мало ли. Опять Абу-Даби, о, сейчас оно тебе. Абу-Даби, кинь обратно. Лужа, встань. А, далеко, да? Далеко. Надо поближе. Да, далеко. Поближе, поближе просто встань. И, блядь, надо его... Отойдите, отойдите, отойдите. Моба убили, нахуй, ну пусть раздолки. Ебаное очко, почему ДБМ просто прекращает оно носи делает? Шутка какая? Она типа вылетает, но я типа не сразу вижу в какую сторону. О, летит. Сейчас нормально, ебать. Да падай. Еще вот типа мы убили моба, и что дальше? Ну, что-то босс изменит? Просто теперь надо убить босса, типа, и все. А типа хэм, а? Не знаю, я не знаю как, но у меня почему-то мана отрегенилась. От чего, я не знаю. Ну, типа, когда моб вышел, у меня было 95%. Это шутка какая-то? Может, мы сферу разбили? Хорониду? А, не, моб вышел. Нет, если бы мы сферу разбили, то моб бы не вышел. А откуда у меня мана взялась? Не знаю, просто... Ну, бля, у нас, наверное, ДПСа не хватит убить. Потому что у нас сова там и хант дамажит в два раза меньше, чем мы. Да не, ДПС это хватит, если мы не умрем вообще, ну, типа, на этой фазе с мобом. У вас вообще получается видеть, вот босс поворачивается, кидает черную хуйню из руки? Да, нет, смотри, мы, блядь, ну, я смотрел просто по ДБМу, блядь, он просто показывает, в кого летит метка, и ты видишь, что где стоит просто, тебе не нужно, блядь, смотреть, поднимать ебучую камеру, стоять в босса, типа. А сейчас, блядь, то, что такая хуйня произошла, какой-то диссонанс, блядь, поворачиваешь, блядь, смотришь в босса, и все, блядь, потерял. Ну, короче, что вы будете делать? Учиться смотреть, поднимать камеру или изи-мод делать?
Ну просто это. Что ты сейчас с этим и симодом доебался? Бля, пиздец. Просто так странно, что не отбегаете. Ты думал, сейчас мы такие залетим и с первого трая все нахуй победим, да? Да не, я думаю, блять, отбегать будете, хоть вы не отбегаете. Да мы все отбегаем, блядь. Просто ДБМ не заносил, мы, блядь, хуяк поймали, ладно. Просто одного кто-то скажите, ну, кто будет смотреть эту хуйню, и просто говорите, ну, убежали. Ну так метку убежали. Поставь, вон на нем метка стоит, за меткой бегайте и все. Когда этот моб был, оно ж типа кидает метку на человека, в кого летит. Оно так же кидает ее или нет? Не-не-не-не, там метку, типа, ну, метку кидает он, ну. Там показывает метку, а именно саму лужу, вот эту соплю, он не анонсил, понял? А еще... Просто, ну, а метка-то появляется, в кого она летит? Метка появляется, да, метка вот появляется. А еще ассиста попробую, попробую ассиста убрать. Нет, или нет, наоборот, Терелла Фигла удать, пускай его ДБМ метки ставит. Просто смотри, все, ну, на фазе с мобом, просто все стоим строго в квадрате, прям строго, прям во фрейме. И когда сказали, убежали, просто все разбегаемся в разную сторону, и потом, когда упала лужа, обратно сбегаемся в квадрат. И так вот и делаем. Не знаю, или в разные стороны, или просто за квадратом бежим. Попробуйте, чтобы один РЛ был, потому что ДБМ с ассиста и с РЛ кидают. Они конфликтуют, возможно, там перерыв был какой-то. Я, вот лично я в эти метки вообще нахуй не смотрю. Вот у меня рейдфрейм сбоку, я туда вообще не смотрю, блядь. Вот, ну как можно, скажи, ориентироваться по этим меткам? Вот как, блядь? У тебя ДБМ посередине прям пишут, блядь, на ком метка. То есть ник, цвет, блядь, класса, блядь. Не, надо траить, типа, ну, убивать 100% хм, потому что тут ёбнутые пухи падают, тут падает топ плащ. Ну, типа, мы бы, смотрите, чтобы не умерли там ШП и не умер еще там у нас был труп, мы бы, и хант, мы бы убили этого моба намного раньше. У нас, это получается, по факту. Макс умер, он поймал лужу, хант поймал лужу, не отбежали. Да, то да, там вы... просто ДБМ перестал, но он себя две в подряд. Ну, я о чем и говорю, произошел такой диссонанс, блядь. Мы, типа, вот вы сейчас, пока моб не вышел, посмотрите, как кидается эта хуйня камерой, прям вот так глазами на босса. Ой, и запомните. Я же говорю, я все вижу, как она кидается. Не, ну ты-то это понятно, это всем тоже надо. Ты не думаешь, что это одному тебе только надо. Все должны это видеть. Я поставил метку, я буду водить, я сказал, я вожу людей, все. Просто ну, бегать. Да водить-то это понятно. Я людям говорю, все равно это надо видеть тоже. Так же, как и тебе. Это, короче, как в РЛК, вот там есть такой моб какой-то, вот похожий, кстати, на этого Везахса. Он тоже там такую хуйню кидает, как ШП-Т4, вот такая хуйня вылетает с него. Вангиража. Да, да, да. Банкете. Вот, то есть, ну, надо просто смотреть, да, вот эту хуйню увидеть. Давайте. Она вылетает, надо отбегать. Каску там дай. Просто он когда большой, там хуй поймешь, надо просто забирать камеру, наверное. Да, да, надо камеру, наоборот, как-то к полу, чтобы, блядь, видно было. Ну, типа наверх камера, так, пойдем. Можно каску попросить, пожалуйста? А, я сейчас 8% даю, вы бахнете. И кулак по хантам, да, давай. 7p5 кидаем. Хитч, там потом моб появится под потами, под герой, его быстро убиваем под бурстами. Не жалейте. Все, готово? Да, да, давайте, тогда на моба оставляем, типа, все бурсты. Так, Дима, что-то напали. Что такое? Чё там? Здесь? Дай этого моба, всё. Ману поесть? Всё, поехали. Поближе к Максу. Встаньте, блядь, в мой ебучий фрейм, всё, блядь. Смотрите, если ворота, отбежали. Брат. Диман. Метка сейчас будет. Да, интуса. После лужи не сбегайте, должна быть метка. Что делать? Я лужу. Встаньте, лужу. Смекалка. Ебать, съебался. Там каждый, у кого сапоги зачарены, сразу на сапоге выносите. Там типа к третьему уже откадешься. А, ты отошли. Ну типа у кого сапоги могут стоять, не выбегать. Ну по факту не выбегать. Потом хуяк на сапоге выбегать. Отошли, отошли.
Встаньте, короче, вот лужи, прям вот чуть вперед придите на край этой лужи, чтобы, ну, короче, чуть поближе лужи босса было. Потому что, блядь, появится мох, мы можем не достать. Отошли. Серьез. Блин, как он нахуй так ловит, я бы там плечами. А, отбеги реально лучше чуть подальше, потеряешь, но ты хотя бы не умрешь. Срез, мы стоим. Вахилин. Так, стой. Сейчас метка будет. Нечаянно выше. Срез отойди. Срез. Че все? Верни ханта. Отойдите. Он на дроне летит, да, вон. Мы не... Слушай, не достаем. Ближе надо подойти. А, нет. Я достаю. На край встаньте, я достаю. Только побыстрее. Дай БР по ханту, ничего. Отойдите. Стали обратно. Чай, БР, ну все, бафу не дай. Хе, нет, но она не тратит. Лужу поближе, покоим кибер, уйди, хант. Моб через 10 секунд, лужу поближе себе сделал. Лужу. Да, лужу поближе сделаем. Мы все равно полетали один хуй. Все, следите сейчас внимательно. Вам главное сейчас не лутать, сейчас появится моб. Отойдите. Она очень быстро летит, очень поставлена. Сейчас будет еще отхил повеситься сейчас. Безвредно выйти. По мобу поехали, следите, когда вылетает. Летит эта хуйня, отошли. Летит хуйня, отошли. А, вот за ноль сюда там. Да, сейчас, ну, блядь. И чё, отошли, она все равно попала. Бей моба. Станьте одной точкой, блядь, потому что она летит кого-нибудь другого, вы не видите. Летит. Нет, еще нет, не летит. Она среза летит. Ага, ей не отошел. Кресты? Ну, в смысле, отходил? Нет, вообще. Вставай, если есть. Отошли. Смекалка метка. Какая метка, не уже. Тихо. Какой молодец. В ханта летит. Надо в нее встать. Типа я побежал и хер. У тебя есть встать? Нет. Подойдите поближе. Ко мне. Все, отошли. Летит. Куда? Нет, но я ебу. Подожди, вы все разбегаетесь, блядь? Эти лужи начинают... Мы вот, типа, изначально мы бегали хорошо. Потом вы что-то начинаете разбегаться, кто-то хуй пойми. И они начинают, блядь, вообще меня эти лужи летать на вас. В итоге эти лужи, типа, ну, далеко, мы не достаем до этого ебучего моба, блядь. Вообще, это хуйня просто. Почему тогда бегают? Блядь, неужели, нахуй, сложная механика стоять одним фреймом, блядь, в одной ебучей точке, когда эта хуйня вылетает, выйти с нее и обратно сбежаться в эту же ебаную точку? Нахуй вы, блядь, разбегаетесь, как это стадо ебучее? Ебать, у нее скорость, нахуй, что-то увеличивается. Она, типа, то медленно, то быстро летит. Вы из-за того, что стоите, блядь, один левее, один правее, летит эта хуйня в кого-то, и человек, который стоял левее, он, блядь, начинает бежать вправо, и он по-любому лутанет, потому что если вы будете стоять все в одной точке и убегать, блядь, в одну ебаную сторону, никто из вас никогда не лутанет эту хуйню. Ну, по факту, типа, пережить хуйню с мобом, все, ну, типа, таким должен быть. Ну тут как, блядь, тут банальная механика, просто отойти, вернуться назад, и вы не можете это сделать. А больше мобов не будет? Ничего, больше вообще ничего не будет, типа, просто продолжится такая же хуйня с лужами этой хилки. Лишь бы типа мана, да, не закончилась? А меня... потом еще и пары, наверное, да? Не будет. Будет? Ну, тогда... это типа, ну, фишка Хэма, то, что типа мана вообще не регенится. Ну, у меня, типа, вот сколько мы сейчас били, мне только 20% муны закончилось. Типа, у меня тоже нормально было, что у нас 60 было. То есть я дал дня, выдал 2.
Просто бегать нормально и все. Вот, вот пошло все хорошо. Потом я смотрю, что-то начали разбегаться, и все. И я пытаюсь поймать эту лужу нормально, блядь. Я прям запутался даже. Когда будет фаза на бом, у вас на локе стоит квадрат. Вы всегда стоите в конченном квадрате. Если он говорит, отошли, вы отошли. Потом обратно вернулись в этот же квадрат. Просто в него прям встали и все. Вы лучше секунду не подамажьте, но займите нормальную позицию. Типа до моба, если вы поймали лужу, как бы не умнул, типа, там они ваншоты, когда уже там... А что если просто, типа, на фазе моба просто два компа разделиться реально? Чтобы не было такого хаоса. Чтобы, чтобы кто, допустим, ты его делал один свой комп, а я, допустим, свой. Так и... лужа будет кидаться. Ты не видел вначале, как они, она может типа кидаться на вас, а нас не кидаться, понял? Но нам нужно только его залить, а потом мы обратно просто соединимся. Просто хаос так, этот ебаный. Мы будем долго его заливать, нам типа, не хватит депоса. Не надо, просто бегайте в квадрате. Вот у вас есть метка, и все, слушайте только его, не, там ничего не делают. На ком кидается вот эта метка, он один произвольно выходит и обратно же возвращается.